Аист для сада – это символ семейного счастья, домашнего уюта. Он гармонично впишется и на даче, и во дворе частного дома. Одно из лучших мест для размещения фигур аистов – у водоема. Фигура гармонично впишется в ландшафтный дизайн у пруда, ручья, естественного или искусственного. Если водоема у вас на даче нет, то садовые фигуры аистов могут стать центром ландшафтной группы, например, клумбы. Аисты в гнезде размещают на деревьях или на крыше дома. Аист для дачи нужен не только непосредственно на садовом участке, но и просто в палисаднике частного дома. В нашем каталоге вы сможете подобрать себе аиста по душе. Одинокую изящную фигуру, которую украсит водоем, целую птичью семью в гнезде или аиста, держащего сверток с младенцем. Изготовлены скульптуры из композитного материала, стеклопластика, влагостойкого и ударопрочного. Небольшая изящная фигурка на кованых ножках не займет много места. За счет небольшого веса ее можно переносить или устанавливать на крышу. Другой вариант такой модели – подножие, также сделано из полистоуна, поэтому конструкция становится более тяжелой, но и более устойчивой. Некоторые модели имеют металлические ножки, которые можно установить в декоративный пенек, в грунт, тем самым обеспечивая устойчивую опору фигуры. Интересное решение, когда пни или старые деревья украшают гнездами аистов, семейной парой или целой птичьей семьей. Например, гнездо аиста, где удобно расположилась мама и два малыша. В подобной композиции аист выполнен с раскрытыми крыльями, как бы защищая птенцов. Нужно учесть, что аисты в гнезде достаточно тяжелая и объемная фигура. Обратите внимание, что гнездо вы можете приобрести отдельно. Приобретайте фигуры аистов для создания уютной атмосферы на садовом участке.